Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новое видео. В этом видео мы же проверим, что будет, если один зомби нападет на просто миллионы жителей. Ну, миллионы как-то громко сказано. И также хотел вам рассказать о конкурсе. Конкурс все-таки состоится, чтобы выиграть в этом конкурсе 1000 рублей. Победителя будет 2, каждый получит по 1000. Что вам нужно сделать? Первое, это подписаться на спонсоров, все ссылки в описании. Я буду это активно проверять, так что обязательно подписывайтесь на спонсоров. Второе, подписаться на мой канал, это тоже обязательно. И третье, написать комментарий со словом «участвую». Победителя я объявлю в следующем видео. Также на этой неделе, а может быть даже и на следующей, выйдет видео, которое перевернет судьбу канала, так что обязательно его посмотрите. Вы же, наверное, в предвкушении не видите ту арену, которая заселена зомби и жителями. И сейчас я вам ее покажу. Ну что, вы готовы? И сегодня мы с вами проверим, что же будет, если один вот такой вот маленький безобидный зомби нападет на эту огромную толпу жителей. Ну что ж, сейчас давайте начнем эксперимент. У меня тут было намного больше жителей, но я понял, что я не хочу так долго ждать, пока этот зомби будет убивать всех жителей, и все же решил заспавнить немножко поменьше. Сейчас мы уберем эту стену, и давайте же посмотрим, что же у нас зомби начнет делать. Итак, на счет 3. Я тут поставил ночь, чтобы он не сгорел, выпил зелье ночного зрения, чтобы вам было все получше видно, и теперь давайте начнем. Пишем команду set 0, готовы, 1, 2, 3. И наш зомби начал активно работать. Точнее, не очень активно. Все жители начали бежать от него. И он пошел убивать первого жителя. Окей. Это будет довольно-таки долгий процесс. Смотрите, все жители просто убегают от него. Он вообще когда-нибудь кого-нибудь догонит? Он сейчас на самом деле двигается рывками, потому... О, наконец-то первого догнал. Он сейчас на самом деле двигается рывками, потому что очень много жителей у меня немножко подлагивает. Знаете, что я решил? Я решил взять зомби и заспавнить куда-нибудь его прямо вот сюда, друзья. Чтобы он начал атаковать жителей. Посмотрим, что же будет. Все жители сразу разбегаются от него, разбегаются. Так, значит, я понял свою ошибку и ее исправил. Во-первых, я сделал намного меньше барьера, во-вторых, я не буду выпускать жителей, я буду выпускать только одного зомби в толпу этих жителей. И на этот раз 100% должно все получиться, но эксперимент, конечно, получится уже не такой глобальный. Если вы все же хотите глобальный эксперимент, то давайте попробуем набрать на этом видео, да, довольно-таки большое количество лайков, это 500 лайков, и тогда я попробую повторить эксперимент уже с огромным стадионом жителей и, может быть, с 3 зомби, не знаю. Ну а сейчас давайте посмотрим, что же будет, и, наконец, надеюсь, вторая попытка у нас удастся. Так, выламываем, и он проходит к ним. Так, теперь нужно это место закрыть, чтобы сюда никакие хитрые жители не ушли. И он бежит за ними, и я думаю, на этот раз у нас точно все получится. Какой-то глупенький зомби, он в толпе жителей и почему-то не может замочить их. Сейчас он убьет одного жителя, и по идее дело уже пойдет побыстрее, потому что потом 2 зомби будут мочить остальных жителей, потом будет уже 3 зомби мочить остальных жителей. Наконец-таки эксперимент потихоньку, ну, удачный, что ли, не знаю. Еще раз хочу напомнить, что чтобы выиграть в конкурсе, что нужно сделать. Во-первых, нужно подписаться на всех спонсоров, которые у нас в описании. Во-вторых, подписаться на меня. И третье, написать комментарий со словом «участвую». И тогда кто-то из вас получит 1000 рублей. И все же еще раз напомню для особо забывчивых, что скоро выйдет видео на канале, которое просто перевернет мой канал. Так что обязательно его посмотрите. Так, и давайте посмотрим, что же будет дальше. Кстати, вот сейчас нам только что поставилась ночь, потому что зомби могут гореть. И, слушайте, а это работает. Смотрите уже, сколько зомби. Как помните, я запомнил одного уже. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Да их просто не пересчитать, их уже огромное количество. Они перебегают из угла в угол. Смиритесь, жители, вы уже скоро подохнете, потому что зомби довольно-таки много. Давайте я попробую поставить свою камеру куда-нибудь вот сюда и заснять таймлэпс этого всего. Вау, как видите, зомби размножаются, откуда-то появился маленький зомби-житель, чё-то я такого не помню, но ладно, пусть будет тут тоже мочить других жителей, и пока что всё довольно-таки интересно, посмотрим, что же будет с этой толпой через несколько минут. Зомби реально большое количество. Вау, нифига себе, друзья, у нас тут появился какой-то зомби-модник, окей, что же он будет делать? Кстати, житель уже намного-намного меньше, ух ты, второй зомби-модник, а этот уже вроде моднее, потому что он зачарованный, а вот этот зомби чё-то не зачарованный. И жители просто уже потихоньку исчезают, потому что дофига-дофига зомби. Ничего себе, слушайте, а давайте-ка я попробую заспавнить еще одного жителя, если, конечно, у меня сейчас получится взять яйцо жителя, все, я его взял, и заспавним куда-нибудь вот сюда вот его, что же будет, и все зомби сразу побежали на этого бедного жителя, который не может ничего сделать. Окей. Чё-то когда быстро наш эксперимент протекает, и просто посмотрите, какое количество зомби, это просто жесть, их дофига. Остался последний житель, что? Все, серьезно, так быстро? Я просто в шоке, не осталось ни одного жителя. Все жители были заражены. Вы только посмотрите на это огромное количество зомби. Ну-ка, что будет, если мы заспавним одного жителя и впихнем его куда-нибудь вот сюда? И на него сразу же, конечно же, налетела толпа, и сразу их как магнитом, смотрите, вон туда тянет, и все, он уже мертвый, да, окей. И давайте попробуем выпустить всех этих зомби, вот прям куда
куда-нибудь вот сюда на жителей и посмотрим, что же будет. Вау, они так прикольно вытекают, прям как вода из крана. А теперь давайте просто попробуем одной командой убить все живое. Эта команда звучит так. Kill, собака, E. Enter. Все, пожалуйста, все мертвые, у нас годовой запас гнилой плоти, ура. Так, ну вроде я собрал всю гнилую плоть, которая здесь есть, и у меня вышло в итоге 5 стаков и 2 яичка. Вот, друзья, такой классный эксперимент, если вы хотите еще один такой эксперимент, но в более больших масштабах, то тогда обязательно ставьте лайк. Если мы наберем 500 лайков, то тогда я попробую снять такое видео. Также на этой неделе, еще раз напоминаю, выйдет видео, которое перевернет судьбу моего канала. Также не забывайте участвовать в конкурсе, все условия в описании. Ну что ж, а на этом все, всем удачи, всем спасибо, всем пока, друзья.